На приеме у главы курорта жители дома по адресу Чехова 2 сами обратились с просьбой убрать и их давно пришедшие в негодность железные коробки. Юрий Поляков идею поддержал и обещал помочь. От хлама, который уродует облик Анапы, необходимо избавляться. Чего он там стоит, этот гараж? Давно убрать надо было его. Это лишний раз говорит о том, что я сказал, причесать все дворы и поубирать там эти гаражи, которые на Терской стоят, здесь стоят. Чего они стоят во дворах, эти гаражи? А в микрорайоне Алексеевский в скором времени, возможно, появится улица с односторонним движением. На прием к главе Анапы пришел житель дома, расположенного в переулке Осенний. Александр Иоаниди рассказал, что после того, как дорогу привели в порядок, многие стали пользоваться ей для того, чтобы объехать пробки. Я не утрирую, значит, отравнял я эту улицу сейчас мергелем. Весь поток пошел сюда на светофор, на трассу, чтобы выходить. Пыль столбом, пыль столбом, дышим, детям участки под решетки здесь все, детям выйти на улицу, пылящ, пылище, нам бы одностороннее движение сюда было. Глава Анапы дал поручение разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Проблема будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения. А вот с ремонтом магистралей сложнее. Вопрос об асфальтировании улицы Спортивной в Алексеевке, который также был задан на приеме, быстро решить не получится. Проблемных мест много, и за один раз их все не исправить. Если бы у нас была возможность все улицы, которые пишут, застелить асфальтом, поверьте мне, я бы их застелил. Я бы тоже. Вот застелил. Много, дырок много, я согласен. Впрочем, и здесь решение есть. К этому вопросу подключат депутата совета, которого выбрали жители микрорайона. Народные избранники сегодня стали одними из самых активных помощников администрации.